Всем привет, дорогие друзья, гости моего канала. Приобрел себе вот такую вот катушечку от компании Lucky John. Называется она Scandi 2 версия. Это новая катушка от компании Lucky John. Катушка в размере 800. И это обзор специально для их магазина. Распаковываю, еще даже не вскрывал. Видите, висит у них бирочка их Lucky John. Такая вот катушечка. Ручка обычная. Переставляется хоть вправо, хоть слева. Кому как удобно. Так, Scandi 2 от Lucky John в размере 800. Что же это за катушка? А катушка это для зимней рыбалки. Я ее приобрел. Можно, конечно, и летом на ультралайт использовать, но мне она нужна была для именно зимней рыбалки. У нее 4 плюс 1 подшипник. Алюминиевая облегченная шпуля, пластиковый корпус, прорезиненная рукоятка, такой вот лесоукладыватель, душка. Нагрузка у нее, по-моему, то ли 2, то ли 2,5 килограмма. По-моему, 2. Ну, мне она нужна, еще раз говорю, для зимней рыбалки, чтобы рыбачить на ратлины, на балансиры, на зимний удильник. Кстати, тоже от Lucky John у меня удильник Мибару. В таком там исполнении. Весит она что-то там 160 или 150 грамм, то есть как бы такая миниатюрная легкая катушка. Самое главное это то, что у нее мне понравилась длина оптимальная ножки, то есть удобно будет зимой рыбачить, и прорезиненная рукоятка, очень мягкая, и помимо того, что не будут мерзнуть руки, она не будет скользить за счет своих текстурных насечек. Катушка очень мягкая. Леска наматывается 0,16 180, 0,2 130 и 0,25 90. Ну, то есть как бы нормально. Я сюда намотаю плетеночку. Плетеночку я вот тоже уже приобрел зимнюю. Но это отдельно расскажу. Вот рукоятка от зимнего удилища. Смотрите. Очень удобный хват. То есть даже в перчатках, в зимних перчатках, мне будет нормально не мешать пальцы в работе душки-катушки. Прям давно хотел себе на зиму что-то такое приобрести. И вот тут появилась новая модель Lucky John Scandi 2. Вы ее видите в моих руках. Это был обзор специально для их магазина. Всем спасибо за просмотр.